Около 300 тонн мусора собрали в Туркестане в ходе экоакции «Таза Казахстан». В уборке приняли участие более 1000 граждан. Также были задействованы около 37 машин спецтехники и почти 20 работников учреждений. Они расчистили территорию в 10 районах города, в том числе такие священные места, как мавзолей Худжи Ахмета Ясауи и городище Культубе. Кроме того, во время экоакции активисты посадили деревья. Жители Туркестана активно очищают город, но даже если вы элементарно кидаете в урну после себя фантики, бутылки и прочее, то можете считать, что вы тоже принимаете участие в акции «Таза Казахстан». Наша цель – держать город в чистоте. Я уже в четвертый раз принимаю участие в этой акции. Город у нас растет с каждым годом, поэтому важно держать его в чистоте. Кроме очистки от мусора, также проводят турниры по разным видам спорта.